Иитка Шрумова живет в Праге. Она говорит, что жители чешской столицы без всяких опасений пьют воду из-под крана. Мы пьем воду, которую набираем прямо из-под крана. Мы полагаем, что это чистая вода. Сейчас я сделаю глоток. Нет никакого привкуса. Можно сказать, что водопроводная вода в Праге намного чище, чем в других городах Европы. По статистике, 88% жителей Праги пьют воду прямо из-под крана. Это говорит о том, что большая часть населения не брезгует пить воду из-под крана. Если желаете, тоже можете попробовать. Эти трубы, которые использовались 3 века назад для водоснабжения города, выставлены в качестве экспонатов на предприятии, обеспечивающем Прагу водой. Сотрудник предприятия Андрей Покорный говорит, что благодаря современным технологиям очистки жители города могут безбоязненно пить воду прямо из-под крана. По его словам, по инициативе их предприятия 450 ресторанов и гостиниц Праги бесплатно предлагают своим посетителям и гостям воду из-под крана. С одной стороны, это удобно для гостей, с другой, это показывает, что вода в Праге действительно чистая. Канализационные стоки попадают в реку Вултава, которая протекает через Прагу, естественно, минуя несколько этапов очистки. Этим занимается предприятие «Эсковода». По словам инженера Людока Поспеха, канализационная вода проходит 2 этапа очистки – механический и биологический. Чтобы неприятный запах канализационной воды не распространялся вокруг, первичная механическая очистка проходит в закрытом сооружении. После многоступенчатой очистки вода теряет запах. Минуя биологическую очистку, канализационная вода превращается в обычную прозрачную воду. И только после этого отправляется в Вултаву. Инженер Людок Поспех говорит, что после такого процесса сложной очистки канализационная вода становится чище речной. Айнур Алимова, Асылхан Мамашев, специально для Затык.